Игорь Викторович, поздравляем с победой в первом домашнем матче. Ваша оценка сегодняшнего поединка? Я считаю так, что немножко где-то недонастроились. Думали, что все так легко пойдет, хотя настраивали ребят серьезно. Потом вроде втянулись в первом периоде в игру. Во втором периоде всегда подумали, что все так будет легко даваться, и пропустили два гола. Но после этого как бы поговорили, ребята собрались и начали уже показывать более-менее нормальную игру. Сегодня со стартовых минут матча ворота Донбасса защищал Илья Андрюхов. Почему именно этот вратарь, как выбирали? Выбирали, после прошлой игры, в принципе, была такая мысль поставить опять Богдана Дьяченко, но он, к сожалению, получил травму на тренировке. И решили, что пойдет играть Андрюхов. В следующей домашней игре принимаем Белый Барс, команда, которая умеет удивлять. Чего ждать от поединка? Я думаю, что будет опять нелегкая игра. Там молодые ребята, они будут всю игру опять бегать, создавать моменты. Будет нелегко с ними играть. Но я надеюсь, что мы настроим ребят, правильно подготовимся к игре и будет все нормально.